Нет, ребят, смотрите, мы лепешка, просто жесть. Смотрите, что это за лепешка? Это мой персонаж лепешка. Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy. И меня сейчас мой тренер позвал в новый симулятор качка 4. Ребят, ну я так не хочу туда идти. Знаете почему? Потому что я здесь и так долго прокачивался. А теперь идти и в новом качке прокачиваться, это же ужас. Тем более, тренер мне сказал, что там прикольно, там круто, там больше локаций и так далее. Но я даже не знаю, ребят. А вы как думаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой качок вам больше нравится. Мне вот, например, третий. Хотя я даже четвертый не пробовал, потому что, смотрите, ну здесь, ладно, нету обновления, но все равно он как-то классно, мне больше нравится. Ну, я, конечно же, сейчас зайду, наверное, протестирую тот режим, и вот не знаю как. Пойти мне туда все-таки или нет? Ну, качаться там или вот здесь вот в основном прокачиваться? Потому что и там сложно будет качаться, ребят. Я даже не знаю, что выбрать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете. Я только сделал реберт, ребят, и прокачался вот в этой локации. Потом меня ждет вот это и самое последнее, космическое. А там же мне тренер сказал, что там очень много всяких разных локаций. И я даже не знаю, что делать, ребята. Ну ладно, я пошел в новый симулятор качка. Надеюсь, он мне понравится, ребята. Я пошел. Ребята, ну вот я зашел в этот симулятор. Обалдеть, тут уже сразу дерзкие какие-то ребята вон есть. Жесть, жесть, смотрите, дерутся, убивают. Обалдеть, я-то маленький совсем. Смотрите, какая у меня голова, туловище, какая маленькая голова. Вот это да. Ну-ка, давайте проверим. Беговые дорожки такие же? Да, беговые дорожки дают по 0,02 скорости. Жесть, это очень мало. Смотрите, тут есть первое, второе, третье место. Вот это крутяк, обалдеть. Он красочно и прикольно выглядит. Я думал, там вообще что-то стрёмненькое. Вы посмотрите, там тоже пляж. Мостик есть. Вау, ну-ка, если мы вот так вот сделаем. Надо, кстати, мне поиграть в прятки с тренером на этой карте. Она офигеть какая крутая, ребята. Прятаться здесь очень-очень круто. Ну-ка, в водичке плавать нельзя. Можно, знаете, вот так вот встать и прокачиваться. Вот, вот так вот, смотрите. Потихонечку, помаленечку. Фуф, обалдеть. Это же как я долго буду качаться. Плюс 9 к стрэндж мне дали. Блин. Классно, ребят, мне по визуальному виду нравится этот симулятор больше, потому что он как-то обновленный и реально дизайн вообще карты всего здорово выглядит. Напишите мнение свое, ребят, очень интересно посмотреть, что вы думаете по поводу этой карты и по поводу этого режима. Ну что, ребята, всем привет, Тонат где-то здесь на карте и он меня позвал с собой потренироваться, ну, чтобы я его потренировал, я же все-таки его тренер, ребят, у меня, смотрите, 103 тысячи силы, Тонат самый слабенький, ну-ка, надо сейчас ему сказать, чтобы он прокачивался, 46 ребертов, кстати, можно сделать мне, сейчас 46 реберт, давайте мы вместе с вами сейчас это сделаем, 55 тысяч силы надо, ну, у меня 103, окей, делаем реберт, ребята, и теперь я становлюсь стиком, теперь я вот такой быстрый стик, интересно, а где Тонат-то спрятался? Он где-то вот здесь в стартовой локации, скорее всего. Давайте мы попробуем его найти. О, кстати, вот здесь, наверное, он. Тут же у нас зона есть, где маленьким можно покачаться. Хотя нет, я его здесь не вижу, ребят. Так, ладно, окей. Смотрите, такие прятки, да? Какой он спрятался. Уже сразу же играет со мной в прятки. Интересно, где ты спрятался? Тонатик, вылезай. У меня, кстати, смотрите, после реберта, ребят, сразу остается 25 силы. Да где ты, Тонат? Ну-ка, может быть, где-нибудь здесь он за вот этим порталом спрятался. Ну-ка, я его пока не вижу, странно. Так, ладно, окей, давайте теперь тогда здесь посмотрим. А, здесь нельзя пройти. Так, давайте теперь тогда вот сюда наверх. Вот, ой, это, нет, это Тонат, не Тонат, кто-то туда другой зашел. Ай, тихо, жесть, я такой быстрый, что офигеть просто. Вы посмотрите, какой я быстрый, маленький и быстрый. Ну-ка, давайте мы сюда залезем. Такс, такс, вот так вот. Опс, оп, давай, давай, тихо, вот, теперь вот здесь можно бегать. Вот так, тыц, 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 такс. Давайте посмотрим, посмотрим, отдалим. И что-то я его не вижу, ребят. Может быть, он туда куда-нибудь ушел, спрятался специально. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, я туда не могу пройти. Туда нельзя пройти, ребята. Странно. Так, может быть, как-нибудь он... ничего себе, я подпрыгиваю. Может быть, где-нибудь здесь? Ну-ка, хотя туда тоже не проходит. Подожди-ка. А, вот и Тонат. Ну, здравствуй, здравствуй. Привет, привет.
тренер, я тут вот стою, прокачиваюсь. Ой, как сложно-то, снова с нуля прокачиваться, это же вообще ужас. Ну ничего страшного, Танат, давай прокачивайся, прокачивайся. Тренер, а ты тоже стих, ты же говорил, что ты прокачанный. Ого, ничего себе, сколько у тебя ребертов. Да, ребертов у меня тоже много, смотри, я могу вот так вот взять с тобой гантельку. У меня, кстати, гантелька прикольная, смотри, опс. Опс, по 11? Серьезно? А, нет, по 47, точно. Ну-ка, давайте мы сейчас еще с вами смотрим, Танат. У меня есть вот такой питомец. Одеваю питомца. И сейчас буду вот так вот прокачиваться. Ну-ка, давай посмотрим, поскольку мне будет даваться сила. 21, 51. Видите? Это даже просто с обычной гантелькой у меня такой прирост. А в той локации, где 45 ребертов, мне дается по 700, Танат. Представь, просто по 700. Чего? По 700? Серьезно? Вот это жесть! Я тоже так хочу! Ну, Танат, ты давай прокачивайся. Ну-ка, хватит тебе халтурить. Давай тоже вместе со мной прокачивайся. Да-да, хорошо, тренер, хорошо. Я буду здесь тогда прокачиваться. А ты иди в свою локацию и прокачивайся там, чтобы ты был самым сильным. Давай, я верю в тебя, будешь самым сильным в этом симуляторе. Вау, вы посмотрите, какая здесь прикольная статуя. Жесть, смотрите, водопад и статуя держит штангу. Вау, вот это прикольно, ребят. Жесть, реально прикольно. Офигеть, я первый раз заметил, ну как бы она здесь была, но я почему-то этого не замечал. Да, прикольно, прикольно, ребят. Ну а мы пойдем в локацию за 45 ребертов. Так, а куда он тот чувачок делся? Куда-то он пропал. Лол? Чего? Куда он уехал? Эй, чувак, ты куда уехал? Ай, подождите-ка, а где он? Где тот чувак, с которым надо поговорить, чтобы попасть в эту локацию? Куда он ушел? Эй, чувак, ты что, отдыхать куда-то уехал? В отпуск, что ли? Стоп. Где он? Я его не вижу. Он, походу, в текстуру где-то пропал. Жесть, реально, ребят, его нигде нету. Серьезно? Забаговался, похоже. Придется мне на другой сервер идти, пусть она здесь прокачивается. А я пойду на другой сервер, тогда тоже буду прокачиваться, ребят. Потому что что-то я не вижу этого чувака. Давайте мы сейчас попробуем на другой... Подождите, вот, смотрите, вопросительный знак есть. А его нету. Что-то он какой-то странный. Он всегда куда-то уходит гулять, непонятно. Ну что, будем здесь прокачиваться. И, конечно же, я не буду забывать про симулятор качка 3. Четвертый, конечно, прикольный. Но, ребята, старенькая тоже нельзя забывать. Будем играть и в то, и в то. Кто согласен, обязательно ставьте лайки. Ну, а я буду прокачиваться. Буду догонять тренера, потому что он очень-очень сильно уже прокачался. Я тоже так хочу. Так, ну-ка, ребята, давайте посмотрим. Нет, его и на другом сервере, представляете, нет. Его и нету на другом сервере. Что-то, короче, какой-то баг произошел, похоже. И я пока не могу туда попасть. Мне 56 тысяч надо до следующего реберта. Ну, окей, ладно, может это исправить. Ну, в принципе, тут вообще моментально все исправляют, ребят. И, в принципе, я думаю, это тоже все быстренько исправят. И можно вот сюда зайти. Кстати, возможно, это баг пропалили, про который я рассказывал в предыдущем видео. И теперь его немножко подальше куда-нибудь поставить, чтобы этот баг нельзя было юзать. И теперь, ребята, вот так вот мы вот здесь встанем. И здесь нам, конечно, по 700 не будет даваться. Здесь нам будет даваться чуть-чуть поменьше. И поэтому, кстати, ребят, я сейчас хочу вам еще показать прикольную одну штуку. Смотрите, он у нас толстенький, жирненький становится. Сейчас я доведу его до какого-нибудь размера. Там, я не знаю, до, допустим, 30 тысяч. Вы посмотрите, какая-то просто маленькая широкая бочка будет бегать. Просто офигеть. Я так смеялся, когда увидел. Вы посмотрите, она... Вот, смотрите. Смотрите, какой широкий... Толстенький качок. Просто жесть. Смотрите, смотрите, он все. Он, главное, не вверх вертикально, он горизонтально, он вширь растет, ребят. Вот так вот вширь. Зачем? Я не знаю. Это тоже, наверное, скорее всего, скоро исправит. У меня даже, смотрите, ХП не успевает восстанавливаться. Я так быстро прокачиваюсь, что просто офигеть. У меня даже, вон, смотрите, ХП не может никак восстановиться до конца. Уже 10 тысяч есть. И плюс, смотрите, монстры нам к силе дают. Обалдеть, вы посмотрите, какое... Сейчас я просто телепортируюсь туда и буду над всеми угорать. Что это такое? Смотрите, у меня ноги как блинчики, блины как будто, пожаренные блины. И руки тоже точно такие же. Смотрите, я просто приплюснутый качок непонятный. Как будто 2D какой-то, из картонки сделанный. Давайте-ка теперь пойдем. О, тут, кстати, да, смотрите, баг такой, он перемещается у меня криво. Так, так, стоп, тихо, тихо, надо вон туда. А, я не могу пройти туда, не могу пройти, ребят, что происходит? Вот, вот, пожалуйста, давай, дойди до туда, да дойди, не в ту сторону. Вот сюда, да, вот сюда, вот сюда, да-да-да, да-да-да, вот, все, говорим. Давай сейчас
перейдем в ту локацию и посмотрим, как мы будем перемещаться. Ну-ка, или мы будем большими? Нет, ребят, смотрите, мы лепешка, просто жесть. Смотрите, что это за лепешка? Это мой персонаж лепешка. Просто смотрите. Я прыгать еще могу. Опс, опс, опс. У меня ноги, руки, смотрите, плечи. Что со мной происходит? Кто я вообще? Смотрите, уи. Что со мной происходит? Просто жесть какая-то. Обалдеть, вы посмотрите. Я просто вот так, уи, как вентилятор какой-то. Кружусь, верчусь. Обалдеть, ну-ка. Ну-ка, а я могу драться, интересно? Ну-ка. О, я и драться могу, смотрите. Сейчас мы будем наказывать. Вон там дерзкий какой-то есть. Иди сюда, чувак. Чувак, иди сюда. Как к нему пойти? Как к нему пойти, ребят? Я не понимаю. Он у меня назад ходит, а вперед не идет. Вперед давай, вперед иди. Вот, я подпрыгнул. Чувак, иди сюда, иди сюда. Блин, нет, ребят, вообще нереально кого-то наказывать в таком состоянии. Просто жесть. Иди сюда, я сказал. Блин, я не могу к нему просто подойти, ребят. Ну-ка, вот так может быть. О! О-о-о, я потихонечку перемещаюсь. Ну-ка, нет, нет. О-о-о, ребят, я перемещаюсь. Давай, иди сюда, давай драться. Сейчас я тебя топну, на, чувак, успокойся. Бам, вот так вот. Я наказал его в таком состоянии, ребят. Всем, ребят, большое спасибо за просмотр. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.